Обстановка Донецкой Народной Республики остается относительно спокойной. За прошедшие сутки со стороны Украинской силы КОВ отмечено 4 нарушения режима прекращения огня. Со стороны Маринки по микрорайону Трудовский город Донецка и населенному пункту Александровка произведены обстрелы из 82-х и 120-мм минометов общим количеством 16 мин, из которых 13 мин выпущено из 120-мм и 3 мины из 82-х мин. Обстрел вес с позиции 14-й отдельной механизированной бригады командиром убийцы полковника Жакуна. Хочу отметить, что данное преступление украинских сил КОВ было совершено в канун открытия юбилейной сессии ООН и в очередной раз показывает лживость намерений украинских властей о желании решить конфликт мирным путем. По данным ОБСЕ, при проверке мест сосредоточения отведенного вооружения украинских силовиков установлено отсутствие 4 единиц 2А65 МСТБ и 11 единиц РСЗО БМ-21 ГРАД. Также в районе населенного пункта Волноваха установлено перемещение 3 единиц МТ-12 «Рапира».